Действие произошло накануне на улице Пластунской. На записи видно, как полицейский автомобиль преследует парня на мопеде. При этом мопедист едет в разных направлениях, в том числе по полосе встречного движения и по тротуару, заставляя полицейских несколько раз разворачиваться на проезжей части. При этом сам, судя по всему, просто развлекается. Попался ли в конце концов нарушитель, не сообщается.